Это один из крупнейших слетов на юге России. С последними достижениями молодежной мысли познакомился и губернатор Александр Ткачев. Он посетил выставку, посвященную Великой Отечественной войне, заглянул в Наноград посмотреть на достижения робототехники и официально открыл форум. Хочу поздравить вас с началом этого замечательного форума, который стал для нас традиционным. И хочу сказать, что спокоен за будущее, за ближайшие 10-20 лет нашей Кубани. Потому что, конечно, вы, друзья, должны дальше нести эстафету, развивать наш край, делать его краше, лучше. Это не банальные слова. Потому что, пройдя по форуму, я увидел очень много хороших, толковых предложений. Вы, только вы должны действительно все взять в свои руки и сделать еще лучше. Возможности такие есть. Справитесь с этим или нет? Я не сомневаюсь. Поэтому желаю каждому из вас, чтобы птица счастья была в вас в руках, чтобы вам сопутствовала удача. После торжественной части Александра Ткачева пригласили на разговор без галстуков о том, что больше всего сейчас волнует кубанскую молодежь.